18 июля 2023 год. И афоризм дня на сегодня будет про наследственность. Про плохую наследственность. Итак, плохая наследственность — это когда все близкие недалекие. Написала 27 июля, но 2010 года, 13 лет назад. Все мои близкие сейчас очень далекие, прямо аж за границей, все до одного. В Украине остался один я, так что мне переживать, по-моему, нечего. Плохая наследственность — это когда все близкие недалекие. Что у меня там еще было про наследственность? Про кроманьонцев недавно, про крыманьонцев написал, да, совсем еще свеженький афоризм. Чтобы не звести Homo sapiens до крыманьонцев, понадобилась моль. Совсем недавно написал, уже в 23-м году. Кстати, очень уместно сейчас про крыманьонцев на фоне вчерашнего подрыва моста крымского, который снабжал оккупационную армию. Примечательное событие.